Брат, я тебе скажу, просто как твой брат, сюда вообще не стоит ехать. Здесь вообще за людей никого не считают, но здесь всем похуй. У нас люди, бля, просто так умирают, нахуй. Их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны просто, не туда свернул, всем похуй, тебя никто искать не будет. У нас там в селе два типа просто, ну, потерялись. Ну, когда перестрелка была, просто этот, ну, миномет кидал. И они, короче, разбежались. И все, нахуй. Ну, потом сели и уехали, нахуй, за 100 километров от них. Эти грузи, кто нахуй не нужен. На эту границу даже, просто даже скажут, на границе стоять. Не езжай. Пусть нахуй лучше уволят. Потому что жизнь, я много чего понял, много чего осознал. Жизнь-то одна, если у тебя ее не будет, у тебя вообще ничего не будет. А вот это вот все, если там уголовное дело заведут, типа дезертирство или еще что-то, пусть сосут хуй. С этим можно жить. Я недавно своего друга потерял. Он был рядом со мной. В БМП сидел. Так что, брат, там береги себя.